Всем привет, всех приветствую. Началась у нас очередная лихорадка. Канун Нового года называется. Везунчики у нас задание сегодня: улучшение дракона, Властелин развития, статуи, в общем, и камни. И призыв за чешуйки. По наградам за 300 свистулик, по 5 частиц на новых героев: Короля Дота и Киары. Вот я рекомендую именно Киару покупать. Король Лот, он сейчас выпадает с адской войны, с других событий. Скоро его вообще на рынок Альянса добавят. А вот Киары пока что нигде нет. Так же, как и до сих пор Гвиневры нигде нет. Поэтому рекомендую покупать только Киару. И посмотрев все, что предлагается здесь. Кстати, бонус уменьшения затрат. Опять же, на знаки знати до сих пор на королевский не сделали, к сожалению. Посмотрев все, что здесь предлагается, вот позолоченные письмена, ну, дороговато еще. За 10 частиц 450 свистулек. Грифон 300 свистулек за 10. Тоже дороговато. А вот звездопад уже вполне приемлемо. 120 свистулек за 10. 1200 свистулек за полный свиток звездопада будет. Оружие героев. Священный Орел не стоит брать. Его скоро добавят на рынок Альянса. Вместо адского. Оракул, ну, само собой. Письмена Стужи, возможно. Но он уже на рынке Альянса есть, но зачем его тогда брать? Медведь тоже, в принципе, и на рынке Альянса есть. Во всех событиях он уже у всех собран, скорее всего, даже. Поэтому самое вероятное, что отсюда покупать нужно, это Киара, герой. И свитки звездопада для оружия героев. Это мое личное мнение такое. Я буду это брать. Попробуем что-нибудь намутить со статуями. Простое усиление не дало мне награду, поэтому буду разбирать, собирать. У меня есть 23 тысячи янтаря, мне надо его потратить. Усиливаю R8 до максимума, насколько могу. И из остатков делаю R7, чтобы потратить весь янтарь. По новому событию, по возвращению героев, уже точно известно, что замок должен быть 25 плюс от 25. И он должен отсутствовать не меньше 15 дней. Тогда он будет засчитываться. Но не больше года. Если замок у вас больше года в лимбе находится, вообще АФКшно не играет, он тоже не считается. Так что от 15 дней до года должно быть отсутствие замка. За статуи, кстати, 4 награды взял. Теперь за камни посмотрим. Желтых чешуек у меня мало совсем. Нет куда их брать. Так что ищите такие замки. Старые контакты вспоминайте, кто с вами играл. Там единственная самая вот достойная награда среди этого нового события. Там желтый камень второго уровня. Это 60 стихий будет сразу. Цветные простые камни третьего уровня я разберу. Они хоть и статистику выше дают, но они несовершенные. У них только по 6 статистик. А у меня стоят совершенные второго уровня. Они дают 9 статистик. Такие вот у меня камешки простенькие. У большинства игроков, наверное, уже желтые давно. Хотя бы второго уровня. А у меня еще ни одного нет. Хотя бы Грозный рык себе прокачал наконец-то.
Мудрил, мудрил здесь, мудрил всякие камни эти, перебирал, усиливал. И в итоге потерял навык на тренировку войск. Один лишний камень разобрал, к сожалению. Пытался найти самое оптимальное соотношение, чтобы и статистика не падала, и навыки были соблюдены. Вертел, вертел, наипать хотел. Но не получилось, наипал сам себя. А завтра у нас, послезавтра у нас тренировка войск, а у меня синего камня не хватает. Там хоть и 5%, но это тоже очень большое значение имеет. Я буду тратить 8000 часов у скоров. 5% от них это как минимум 400 часов. А то может быть и больше. Дурная голова рукам покоя не дает. Нахрен я туда полез? Первый список у меня как раз на тренировку был. Я его взял, разобрал. У меня третий свиток, он на общую статистику, именно для обороны, где максимальная статистика. Второй свиток был на атаку, там грозный рык дракона. А первый был на тренировку. Ну ничего, надеюсь, выпадет за эти 2 дня что-нибудь. Дуракам везет обычно. И по поводу вот того же, опять же, нового события возвращения героев. Если у вас был заброшенный замок ниже 25 уровня, там дается определенное время, по-моему, чтобы поднять его на 25 успеть. Если вы за этот срок успеете, то он засчитается. Что некоторые игроки пишут, что они подняли 25, и у них началось событие. Другие пишут, что они построили 25, но у них событие не началось. Поэтому дерзайте, пробуйте. Может быть, у вас получится. Выполняю задания из этого события. Всякая тренировка, обмены, сборы. Возни сколько. Уже хочется, чтобы оно быстрее закончилось. Тут приходится на 6 замках херачить. На этом у меня сегодня все. Всем пока. Всем желаю в этой лихорадке хорошо поднять статистику.